«Спорт – залог долголетия» представители ветеранской организации отделения МВД по Киржачевскому району записали свои домашние тренировки и таким образом подключились к акции «Тренируйся дома». Одним из тех, кто поделился записью своих тренировок, стал Владимир Ярощук, майор в отставке. Он прыгает со скакалкой, отжимается с гантелями и даже выполняет акробатические элементы. Чтобы принять участие в этой акции, достаточно записать свою домашнюю тренировку на видео и выложить ее в социальной сети. Непременно нужно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Спорт – это секретное оружие, которое всегда с тобой.